Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу предложить вам разобрать вот такой очень простой узор. Более того, я в этом узоре, вот мне захотелось сделать, допустим, линию реглана или линию увеличения моего узора, к примеру, это юбка, да, и нам нужно расширить ее. И вот мы сейчас с вами посмотрим, как это возможно. Я думаю, вы видите вот в этом месте, да, что у меня был один веер, а стало как бы с одного веера получилось вот две дорожки. Так, с одного веера одна дорожка, две дорожки, идет небольшое увеличение. 1, 2, 3, 4, 5 вееров, вот так 1, 2, 3, 4, 5, 6 вееров. Да? За счет этого мы можем с вами, допустим, если это будет узор для юбки, мы можем не в одном месте, а в нескольких местах и получить более волнистую, красивую вещь или в том месте, где нам нужно расширить, получить это расширение. Точно так же, я думаю, можно и уменьшить, сокращая вот эти вещи. Но сегодня поговорим о расширении и о самом узоре. Он очень простой, но, на мой взгляд, смотрится даже очень неплохо. Я бы даже сказала стильно, если придумать какой-нибудь жакет, да, или же, допустим, вязать какой-то кардиган с регланом, то есть вот эта вещь может быть и приемлема. Для образца я набрала 26 воздушных петель. И прямо с этой точки вяжем 3 воздушных петли подъема, которые будут соответствовать столбику. Накид, заходим в рядом стоящую петельку и вяжем еще один столбик. 2 воздушных петельки, накид, на основании считаем 1, 2. В третью петельку зашли столбик 1. И подряд еще вяжем 2 столбика. То в итоге у нас подряд вяжется 3 столбика с одним накидом. Вот третий. 2 воздушных петли, накид, пропускаем 2 петли, в третий опять столбик. Вот такой вот очень простой у нас с вами первый ряд. И второй и третий. Прошли мы с вами весь ряд, да, в начале и в конце нашего образца по 2 столбика с одним накидом. Поворачиваем вязание. 1 воздушная петелька. В этот столбик я вяжу столбик 1. По схеме показано, что мы с вами вяжем и сюда столбик. Хотя я, конечно, честно говоря, сомневаюсь. Почему, сейчас покажу. Накид. Мы заходим с вами в эту арку. И под эту арку вяжем 5 столбиков. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. И теперь смотрите, из вот этих вот 3 мы в центральный зашли и связали столбик без накида. Почему мы здесь вяжем с вами 2, если мы можем с этого столбика прямо перейти на наши веера? Сейчас накид, переходим в следующую арку и опять 5 столбиков. Таким образом у нас, видите, получается как бы такие полукольца в нашем узоре. Вот такие элементарные приемы. 3, 4 и 5. 5 столбиков связали и опять-таки в центральный столбик нижнего ряда связали столбик без накида. Вот в итоге, видите, мы с вами получаем вот эти такие вот полукольца, полукруги. Довязываем. Прошли мы с вами первый ряд. И тут помним, у нас с вами 2 столбика. По схеме опять-таки показываем, мы заходим в первый и в последний столбик. Вполне возможно, это нужно для того, чтобы более был ровный край. Теперь смотрите, я вяжу 3 петельки подъема. Это у нас будет соответствовать столбику. И захожу вот в этот столбик, который мы только что с вами связали. Вот так. Теперь 1 воздушная петля, накид. Вот здесь у нас с вами 5 столбиков. Мы пропускаем первый, заходим во второй, третий и в четвертый. Пятый столбик у нас остается не задействован. 2 воздушных петельки, накид. Опять-таки смотрите,
Один пропустили, заходим во второй. То есть это напоминает нам первый ряд, да? Один, вот, второй и третий. Три столбика, две воздушных петельки, накид, один пропустили и опять три столбика. То есть вот повторяется, и так довязываем. Завершили мы с вами этот ряд, смотрите, три столбика, одна воздушная петля, здесь у нас с вами были два столбика, мы завершили эти два столбика один в один. Теперь три петельки подъема, накид, и ну как бы давайте, вот показано по схеме, что прямо вот в этот столбик мы должны с вами связать три столбика с одним накидом. Растянулся петелечка. Так, второй и третий. И вот теперь я должна зафиксироваться, да, в среднем столбике. Опять сделать накид, зайти под арку. Один, два, три, четыре и пять. И опять под арку. То есть идет повторение. Да? И вот смотрите, как у нас красиво получаются вот эти вот колечки. Прошла я ряд. И теперь смотрим, у нас что? У нас вот здесь был столбик, значит, в первый столбик связали 3, и в последний я тоже вяжу просто столбик с одним накидом, там, где у нас были в начале петли подъема. Повернули вязание. 1, 2, 3, накид. Заходим во второй столбик, столбик, и заходим в третий столбик, это столбик. Теперь что? 2 воздушных петельки, накид, первый столбик пропускаем, заходим во второй, в третий и четвертый. Все повторяем. 2 воздушных петли, накид, первый пропустили, во второй, в третий и четвертый. Опять вяжем вот эти вот окошки. Прошли мы с вами весь ряд, и смотрите, вот последние у нас первый, второй, третий столбик, точно как и начинали. Теперь повернули наше вязание. Что здесь? Одна воздушная петля. Можно делать, можно не делать столбик без накида. Один и столбик без накида. Второй накид. Вот наше окошко. В него вяжем 5 столбиков. Один, два, три, 4 и 5. Есть. Заходим в средний столбик, связали. Опять накид и опять 5 столбиков. Теперь, как я говорила, к примеру, мы хотим с вами сделать какое-то расширение в нашем полотне. Вот наше, скажем, окошко, в которое мы должны связать 5 столбиков. Но мы давайте свяжем сюда не 5 столбиков, а свяжем 8 столбиков. Даже можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Зашли под столбик, связали. И у нас получился вот такой вот большой веер, который на обратном пути, мы его разобьем на 2 окошка. Дошли до края, да, здесь у нас с вами 3, мы делаем в средний и в последний делаем столбик, столбик без накида. Вот так вот. Теперь повернули вязание. 1, 2, 3, это у нас один столбик. Во второй вяжем второй столбик, да. Одна воздушная петелька, накид. Один столбик пропустили. Второй. Третий и четвертый.
две воздушных петельки, один пропустили и во второй. Ну, то есть я уже вам как бы повторяюсь, все это мы уже с вами вязали. Вяжем. Если вяжем ровно, значит продолжаем. Но у нас с вами по пути встретился вот такой вот большой, в котором мы планируем с вами расшириться. Две воздушных петельки, накид. Я захожу, у нас здесь с вами 4, да? Одну я пропустила, вот 1, 2, 3, 2 воздушных петли и вот 1, 2 и 3. Зафиксировались мы с вами 2 воздушных петли. Все правильно, пропустили 1 и пошли дальше продолжать наше вязание. Как видите, мы с вами увеличили количество окошек для наших колечек. Завершили мы с вами этот, как всегда, то есть здесь ничего явного не было. И теперь смотрите, вот у нас уже явно видно, да, что если мы сейчас с вами пройдем еще один ряд, у нас будет видно, как мы увеличили количество столбиков и расширили наше полотно. Я напомню еще, что мы здесь вяжем 3 петельки подъема накид, вот в этот столбик 3 столбика. 1, 2, 3. Так мы с вами фиксируемся. Накид и опять столбики. В общем, а в этом ряду просто вот в каждую арку провязываем наши столбики. И так я вот связала ряд, и как вы видите, да, у нас явно пошло расширение, не нарушив вид нашего узора. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!